Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Lexus GS350 в черном цвете 2012 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 3,5 литра, мощностью 317 лошадиных сил, АКПП, полный привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисков, имеется камера заднего вида, парктроники, установлены ветровики, повторители в зеркалах, а также установлены хромированные вставки. Пробег автомобиля 163 тысячи километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, кожа. Для пассажиров, находящихся сзади, установлен раздельный климат-контроль с подогревом задних сидений. Также имеется люк на крыше, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев и вентиляция передних сидений, режим спорт, режим эко, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, омыватель фар, система курсовой устойчивости, обогрев рулевого колеса, электропривод рулевого колеса, электропривод передних сидений, память передних сидений на 3 персоны, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника, видеорегистратор. Перед автомобиля покрыт полиуретановой бронепленкой. Актуальную стоимость и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.